Так, на обзоре у нас гарнитура, точнее не гарнитура, а Bluetooth кит для наушников, чтобы не включать. На самом деле у меня просто сломался штекер, и я купил эту штуку. Она с новым кодеком APTX Bluetooth адаптер. Коробка выглядит вот так. Такая вот коробка. Все упаковано очень хорошо, очень быстро дошло. Очень быстро дошло, подарков никаких нет. Так, мы снимаем эту штуку. Все коробки косят теперь под Xiaomi. А, модель. Самое главное, модель SK-BTI-031. Они все разных производителей, но на сайте кодека этого APTX указано именно вот этот портномер, и поэтому он должен работать с ним. На самом деле это я проверить не могу, потому что пока прошивки с этим кодеком у меня нет в телефоне. Купил, так сказать, на будущее. Вот так вот оно выглядит, этот гаджет. Довольно маленьких размеров, хотя мне он казался огромным. Не знаю, с чем сравнить. Вот штекер. Штекер USB. Размером со штекер USB, наверное. Квадратик. Как два штекера. Тут, естественно, AUX. И включение режима передачи или приема. Что там у нас еще? У нас есть провод зарядки. У дешевых стали экономить, не кладут уже провод USB для зарядки. И это у нас, так сказать, включается одна сюда в режиме приема. Она включается одну в колонку или передача. Одну сюда. Например, в автомобильную магнитолу, где есть AUX, можно вот такой короткий проводок, достаточно удобно, наверное. Еще какая-то хрень маленькая, хрень непонятная. Наверное, это, я не знаю, что это. А, это заглушка под клипсом. Если вы хотите вытащить клипсом, чтобы не попадала пыль, можно вставить обратно вот эту вот заглушечку. Хоп. Еще вот трансмиттер, ресивер, инструкция. Ладно, пока у меня работает, попробуем списать с телефона. BTI-031. Почему это он? И он начал сам сопрягаться. Подключено. Вообще ничего не нажал. Сам подключился. Так. А что она мне предложит? О настройках. Настройки, профиль. Обмена контактами нет. Ну, у меня нету этого супер протокола, поэтому у меня вот только вот так вот. И нам нужны наушники. Есть такие простые затычки Panasonic AUX. Сидит очень плотно. Ничего не могу сказать плохого. Так, включаем музыку.
все работает. Перещелкивает. Работает очень громко. Сейчас посмотрим звук. Ну, почему-то не работает аудио настройки в телефоне с Bluetooth. Ну, в принципе, и звук меня и так устраивает. В общем, такой вот гаджет маленький, удобный. Все рабочее. Из коробки достали, соединили за одну минуту, и все заработало. Дырочка для микрофона, переключение, передатчик, приемник, подключение USB для подзарядки, AUX, естественно, для наушников. И плюс-минус громкость, переключение треков. Вообще, конечно, тут много чего указано для этих кнопок. И все на английском языке, русской нет. Стоп.